ақша көп 500 мың деген избират болушу мүмкүн эмес да. Здесь вот вы сами видите сейчас, вот у нас свой подвоз. Фотографируют. Да. Да, выбирайте. Да, выбирайте. Что, сіз эмнеге тарата отастайм, да? Жок. Без хатынан кириш керек, да? Да, аны түшүнөт, бул эмне болгон тизмеңиз бул? Каза болгон киши согуш берди деген маалымат тарады. Келсек биздин ордубузга бирөө шайлап кетиптир. Бул эмне деген шумдук? Дистанция соблюдается у нас вот здесь, смотрите. А вон там. А вон там это их не проблема. Кыргыз элим утулду. Тилекке каршы көп шайлоочуларыбызды үмүт үзүлдү. Бүгүн Кыргызстанда ыплас шайлоо өттү. Олигархиялык топтордун, криминалдык уурлардын парламентке келишине биз жол бербешибиз керек. Массовый подкуп голосов. Подвоз избирателей, фотографии бюллетеней с галочкой в нужном квадратике. Странные люди, снующие вокруг участков с какими-то параллельными списками избирателей. И небывалая миграция граждан перед днем голосования. Смириться с результатами таких грязных выборов многие не смогли. И как итог, массовый народный протест. Сторонники не прошедших в парламент партии вышли на улицы с единственным требованием. Отменить итоги голосования и назначить перевыборы. Победители гонки, победители в кавычках три провластные партии. В центре избиркоме в тот день собирали данные ручного подсчета голосов, а президент принимал международных наблюдателей, которые в унисон хвалили, как демократично прошли выборы. Протестующая на улице масса была проигнорирована. Кто знает, если бы в тот вечер президент выступил с заявлениями и признал бы выборы нечестными, возможно, потом не пришлось бы ему уходить в отставку. Но он этого не сделал. Азыр эки партия кошулуп туруп 90 мандат алып атышат. Бул таза шайлообу? Бул таза шайлоо эмес. Андижанский полканы ойоп алып бийлеп аткан партиялар эрте сүйлөтөсүңөр. Элдин тандоосу башка болчу. Мен шайлоону тааныбайм. Силерче. Ага, элдиги да. Могу жерге жетти. Элди алдап жүрдү.
С одной стороны резиновые пули, светошумовые гранаты, водометы и слезоточивый газ, а с другой камни, обломки гранитных плит, содранных с постаментов памятников. Мирный митинг на площади к вечеру перерос в жесткие столкновения между силовиками и митингующими. В итоге сотни пострадавших и один погибший. Уличные бои длились почти всю ночь и завершилось тем, что протестующие взяли Белый дом и освободили из тюрем ряд заключенных политиков. Главы силовых структур бросили своих солдат и исчезли. Исчезли куда-то и правительство, и президент. В стране воцарилось безвластие, кадровая чехарда на местах. За сутки главы ведомств и регионов менялись по несколько раз. И пока политики, словно гиены за тушу жертвы, дрались за чиновничьи кресла, в отдаленном Лилекском районе мама хоронила своего сына, 19-летнего Умитбека, погибшего от взрыва шумовой гранаты на одной из улиц Бишкека в ночь на 6 октября. Улыбающийся на этом фото юноша Умитбек Алтынбекуулу. Он, как рассказывает его мама, был с детства активным, требовательным, высказывал свои возмущения, если видел где-то несправедливость. И в этот раз юноша не стал отсиживаться сторонним наблюдателем. И одним из первых примкнул к митингующим против нечестных выборов. А утром на следующий день в сводках новостей о нем будут говорить, как об одном погибшем в результате столкновений между митингующими и силовиками. Мой светлый мальчик ушел, оставив меня в горе. Почему? Кто мне ответит? Кто ответит за это? Кто понесет наказание? Почему они борются за власть, а мой мальчик умирает? Ему было всего 19 лет. Он ушел, так ничего и не увидев. Он был еще совсем молод. Умитбек родился в 2001 году в Лилекском районе в селе Карабулак. Окончив 9 классов, учился в лицее и работал в Бишкеке дизайнером в швейном цехе. Умитбек был третьим из 5 детей и единственным мальчиком у своих родителей. Мама и сестры мечтали, как он однажды приведет в дом красавицу-невесту и порадует родных своим личным счастьем. Но этого не случилось. Вместо радостной вести родным 6 октября пришла трагическая весть. Хоронили его всем селом. Мама, сестры, родственники, соседи, учителя и друзья. Попрощаться с погибшим, проводить его в последний путь, никто из политиков или представителей партии так и не приехал. Он не пошел на митинг, как непорядочный, безнравственный человек. Он пошел туда, требуя справедливость за будущее своих сестренок, за будущее нашего Карабулака, за нас, за молодежь, за весь Кыргызстан, за честь он умер. Он шел туда не за какие-то свои интересы или интересы каких-то партий. Чтобы смерть моего друга не осталась бессмысленной, я хотел бы, чтобы к власти пришла чистая молодежь. Я верю, что когда в стране наступит хорошая жизнь, вспомнят и моего друга. Умитбек в переводе на русский «надежда». Бесстрашный юноша отдал свою жизнь в борьбе за справедливость. Оправдается ли теперь надежда Умитбека? Один из пострадавших во время митинга – 19-летний Рыскельди Табышбек Уулу. Он, как и многие другие, узнав в новостях результаты выборов, решил принять участие в мирном митинге, не согласных с итогами выборов. Приехал из Токмака в Бишкек, примкнул к митингующим, чтобы, как и все, выразить свой решительный протест. Когда силовики начали разгон, парень вместе с остальными митингующими решил бороться до конца. Примерно в 12 ночи на перекрестке улицы Байтик-Баатыра и проспекта Чуй он лишился правой руки. Там парни заполняли бензином баклажку. Я стоял за ними. Примерно в 3 метрах от меня взорвалась шумовая граната. Почувствовал боль в ноге. Сразу подумал, что осколки попали. Когда начал отступать, в руку что-то попало. Подумал, наверное, осколок. Когда отбежал назад, смотрю, рука вся уже сгорела. Черные остатки висят на кости. Пострадавшего Рыскельди вскоре отвезли в национальный госпиталь. Пока везли, он потерял 2,5 литра крови. Восстанавливать руку было уже не из чего.
Кожная мышечная ткань, кровеносные сосуды были полностью изодраны. Врачам пришлось ампутировать конечность. Спустя какое-то время парню нужно сделать еще одну операцию для того, чтобы установить протез. Лишившись руки в столь юном возрасте, Рыскельди не сожалеет, что в тот день пошел на митинг. Говорит, что боролся за будущее страны. Среди митингующей массы на площади 5 октября и в ночь на 6 был и Уларбек Нурланулу. Он рассказывает, когда начались самые интенсивные столкновения между митингующими и протестующими, он в составе группы из нескольких ребят пытался успокоить противоборствующие стороны. В какой-то момент он почувствовал тупую боль в левом глазу. Это была резиновая пуля. Мы стали дружинниками. Спецназовцев митингующие окружили, их избили бы до смерти. Но мы призывали не делать этого. Люди начали с ними разговаривать, требовать, чтобы они перешли на сторону народа. У кого-то в руках были коктейли Молотова. Когда кто-то из них начал бросать их, спецназовцы начали стрелять. И оказывается, я был под прицелом. И вот попали в глаз. Меня сразу же посадили в первую машину и доставили в больницу. Уларбеку Нурланулу скоро исполнится 28 лет. Он в семье самый старший из детей. Отец Нурдана – диабетик, поэтому все семейные тяготы легли на его плечи с детства. Сейчас Нурдан переживает не за свое здоровье, а за семью. Сможет ли он в таком состоянии помогать ей? Пострадавших в больнице навещают в основном их родные и друженики. Приходили также некоторые депутаты и политики. Со стороны государства компенсации еще не было. Лекарства и другие необходимые средства для лечения пострадавшие покупают из своих средств. В результате столкновений в ночь на 6 октября с различными увечьями в больнице были доставлены более 1200 человек. Те, у кого травмы были легкие, вскоре были отпущены домой. 12 пострадавших были госпитализированы в национальный госпиталь, 68 в Бишкекский научный центр травматологии и ортопедии. В столкновениях пострадали также медики и сотрудники милиции. Как стало известно 130 пострадавшим милиционерам, правительство выделило в качестве компенсации по 20 тысяч сомов. Сейчас рассматривается вопрос о дополнительных выплатах по итогам судебно-медицинских экспертиз. А что касается медиков, которые пострадали в результате беспорядков, то им пока ничего. Вопрос о компенсации белым халатом не рассматривается. Эти выборы, сопровождавшиеся нарушениями закона и в итоге закончившиеся такими последствиями, пострадавшие родные погибшего Умита запомнят на всю жизнь. Станет ли это уроком для будущих правителей? Казалось, что после кровавых событий 2010 года такое больше не повторится, но это случилось опять. Многострадальный Белый дом. За полтора десятка лет его трижды захватывали митингующие, и столько же он был подвержен к жестокому разгрому. Уважаемые депутаты, слушаем сюда. Разбитые стекла, снесенные двери, разрушенная мебель, кабинеты словно после взятия Рейхстага. Черные после пожара стены. Полночью Белый дом был под властью разъяренной толпы митингующих. Жогорку кеңеш кайрадан ишин башташ үчүн ушулардын баардыгын кайрадан сатып алыш керек болот. Кайра эле ошол бюджеттен, ушул жөнөкөй атуулдарыбыздын чөнтөгүнөн сатып алышы керек болот. Өтө өкүнүчтүү, абдан өкүнүчтүү. Убактыбыздын баардыгы, өмүрүбүздүн баардыгы ушул жерде ушул документтерди жазганга кеткен. Үчүнчү жолу ушундай мындай
Талқалауға душар болатабыз. Мына үшінші жолы көнітеле қалдық, Кемеле ағай туралы. Во время революционных событий в 2005 году, потом в 2010, протестующие для взятия Белого дома прорвали ворота, таранив их грузовиком. На этот раз никакой тяжелой техники не понадобилось. Протестующая толпа практически руками снесла ворота и прорвалась на территорию здания. Революцию замышляют романтики, осуществляют фанатики, а плодами ее пользуются мерзавцы. Не обошлось без последних и в этот раз. Среди митингующих, захвативших Белый дом, судя по тому, что осталось внутри здания, было немало мародеров. Разнесли бы еще больше, если на его защиту не встали дружинники. Среди них и в ту ночь был и Эмиль Ункуев. Здесь они началась стрельба. С этих ворот люди побежали назад, вверх по Логвиненко. Свистас развернулся, ушел. А когда начали люди кричать уже, Бош, заходите, ну, они начали, вот, люди пошли. Эмиль Ункуев, ветеран афганской войны, был в числе дружинников и во время Тюльпановой революции в 2005 году, и во время Апрельской революции в 2010. Он рассказывает, что в этот раз взять под контроль ситуацию было намного легче. После того, как с площади Алатау люди уже рванулись сюда, где-то 2:50 ночи люди уже ворвались в Белый дом. Нас попросили оказать содействие. До этого мы не вмешивались. Но дружины уже как бы формировались, народные дружины, чтобы избежать мародерств, избежать погрома в городе. Меня как афганца генерал-полковник Чотбаев Абдул Владимирович попросил участвовать в формировании народных дружин. И где-то 2:50, когда Белый дом взяли, мы подошли чуть позже. Здание охраняли около 300 дружинников. Среди них не только жители столицы, но и специально приехавшие для этого жители разных регионов. 21-летний Азизхан Алымбаев 6 октября он отозвался на призыв. Прийти на площадь и помочь очистить ее от последствий вчерашних событий. Но узнав, что к Белому дому требуются еще дружинники, не думая, сразу же присоединился. Не все же люди, которые хотят зайти в Белый дом, хотят просто посмотреть, да и смотреть там уже нечего. Многие хотят зайти, чтобы что-то взять, украсть или сломать. Чтобы не было этого, мы здесь стояли. Сами видели, что там было. Все было разрушено, горело. Ведь потом все же надо будет восстанавливать на народные деньги. Поэтому мы и стояли. Приходили какие-то люди, хотели зайти, называли себя лидерами. Но никто не зашел. Пока мы стояли, никто не зашел. Сейчас в здании Белого дома никого нет, за исключением сотрудников ГКНБ, охраняющие здание, и следственной группы. Разрешение войти имеют только сотрудники Джугурку Кинеша и аппарата президента, чтобы они могли забрать свои личные вещи, если их не унесли, или каким-то чудом остались целы. Забрать свои вещи могут и депутаты. Я не заходил в дом правительства, точнее, в Джугурку Кинеш, я не видел свой кабинет. Я сама не ходила и не видела своими глазами. Не знаю, что там осталось, но ничего ценного в кабинете у меня не было. Да, правильно, архив очень важен. Это наша история, история, которую мы должны сохранить. Но когда речь идет о вот последних событиях, когда все разгромлено здание, это тоже имущество народное. Да? И теперь из республиканского бюджета придется выделять очень большие средства для восстановления этого народного имущества. Консультантом видео Джанет, ты? Нет, я не ходила туда, но мой консультант сняла все на видео и отправила мне. Ничего целого там не осталось. Ни книг, ни мебели. В прессе показали, что остались только книги. Кроме того, что еще, оказывается, украли несколько картин, видел фотографии. А так я не ходил туда, не видел. Я все сдал еще 30 сентября. Мне тогда звонили некоторые депутаты, уверенные, что вновь переизберутся. Спрашивали, можно ли занять ваш кабинет? А я им сказал, пожалуйста. А теперь ни кабинетов, ни Белого дома. У меня там были награды, значки. Забрали, оказывается. Зачем они им? Я не знаю, куда они их будут носить. Удостоверение осталось, а нагрудных значков нет. Я уже не помню, но увидев по телевизору, как валялись там бумаги, у меня сердце кровью обливалось. Но вы же знаете, у нас у женщин в кабинетах бывает сменная обувь. Мне сказали, что ничего не осталось. Ни обуви, ничего.
Общая площадь Белого дома 19 494 квадратных метра. Всего в нем размещены 278 кабинетов. 216 из них относились к Жогорку Кенешу, 50 – аппарату президента. 12 кабинетов занимало 9-е управление ГКНБ. Редкие помещения в здании остались нетронутыми митингующей толпой. Чтобы все это вернуть в прежнее состояние, потребуется немало средств. После разгрома Белого дома в 2010 году на восстановление и ремонт было истрачено из бюджета 486 миллионов сомов. Сколько нужно будет теперь, пока неизвестно. Размер ущерба сейчас изучает специальная комиссия. Все двери сломаны, разрушены. Я сам зашел, все осмотрел. Окна разбиты, даже сантехнические приборы. Все электрические приборы, лампы и люстры. В основном вынесли оргтехнику. Компьютеры, ноутбуки и серверов уже нет. Купить новую мебель, офисную технику, провести ремонт помещений, как отмечают сотрудники управделами, проблем больших не доставит. Главное, чтобы были на это деньги. А вот восстановить архивную базу, где хранились важные документы и законопроекты, уже не получится. Его уничтожили. Во время беспорядков сильно пострадало и здание, где расположен фонд медицинского страхования. Здесь также разбили окна, двери, сломали офисную технику, компьютеры и ноутбуки. Были разбиты камеры видеонаблюдения на каждом этаже. Чем так кому-то насолили или разозлил фонд медицинского страхования, осталось загадкой. Кабинет исполнения бюджета. Вот такая ситуация. Отсутствует три компьютера. Это вот первый, второй, третий. В результате беспорядков, начавшихся 5 октября, бюджет столицы потерпел ущерб примерно на 17 миллионов сомов. Это пока предварительная сумма. Во время митинга были повреждены 12 автобусов, 16 милицейских машин и 7 автомобилей скорой помощи. Кубатхон Шпекулу, Каир Джайлюбекова, Джанарбек Доктурбекулу, НТС.